Раз, два, три, здорово всем, всем привет. Сегодня у нас вторник, сегодня у нас по плану, ну и соответственно будет летучка. И упражнение 38, полет в облаках, я сегодня за инструктора. Сейчас я просто, вот все я нашел, немножечко пока свернулся. Потерялся у меня сервак. Давайте-ка я сейчас его... Сейчас я его пропишу себе, чтобы мы больше его не искали. Все. Отлично. И разворачиваемся тогда в плане картинки. И возвращаемся в игру. Так, лечу я сегодня с Сергеем Свором. 387-м, кстати, выход. Сейчас меня наругают. Наругают. Я не поменял свой позывной. У меня теперь 83-й. Ну, 383-й. Поехали еще раз подключаться. То думаю, почему у него такой, а у меня такой. В чем, значит, будет заключаться упражнение? Ну, данное упражнение, как мы вчера, или, по-моему, вчера кто-то мне задавал вопрос. Я сюда. Почему мы не летаем в облачности? Почему в СМУ? Почему мы не летаем... так, сейчас я заберу. Да. Почему мы не летаем в облачности, почему мы не летаем ночью, да, то есть для этого необходимо пройти определенные допуска курсантам. Я отлетал с Володей инструктором вывозные свои полеты. Я отлетал, получил допуск у инструктора нашего главного самого. Вот. Все получилось норм. В принципе, многие присутствовали на тех стримах, когда мы летали с ним. И теперь получил, так скажем, задание от него же, да, от руководства увозить уже наши курсанты. Ну вот сегодня у нас первый увозной полет. Высота будет, полета будет позволять, чтобы мы летали в облаках. То есть все упражнение будет проходить в облаках. Значит, в чем оно будет заключаться? Это... Что это было? Так, а у меня здесь нету, да, этих картинок. Жалко. Надо будет, конечно, подправить, добавить. Что за... Вайпер, здорово, здорово, спасибо. Так, очень неудобно, конечно, сидеть. В кабине здесь верхнее табло. Верхнее табло вообще не видно. Ну нет, не найду я все-таки, да. С заданиями у меня нет. Ну ладно, я так объясню. Значит, в чем заключается задание, да? Какое у нас задание? Задание заключается в том, что нам нужно выполнить развороты на определенный, с выходом на определенный курс. Нам необходимо сделать виражи с 30-45 влево-вправо. Нам необходимо спуститься по прямой с скоростью 10 метров в секунду на 1000 метров. Ну, с потерей высоты 1000 метров. Потерю высоты... набор высоты по прямой вернуться на свою высоту, то есть набрать 1000 метров. Далее спуститься с креном 30 по спирали на потери высоты 1000 метров, набрать с потери с набором высоты 1000 метров. Ну, как-то так. И после этого возвращаемся домой, соответственно, летим под шторкой. Курсант должен пройти свой маршрут, вернуться на аэродром, ну и в районе ближнего, дальнего будет, соответственно, снята шторка и произведена посадка. На этом будет все. Так, ветер, ты могуч.
Что еще мы начали с вами? Так, все, да, я вижу, что у вас по звуку все должно быть норм. Сейчас производится запуск, прогрев, опробование двигателя, проверка всех систем. И после этого 288, начнем проверка на связи. движение. Так, кстати. Таймер 383-му проверка связи. 383. Слышу, разбираю хорошо. 383 понял, слышу, разбираю хорошо. Серег, по СПУ проверка связи. Слышу, отлично. Понял тебя. Ну и в все. В эфире да. сейчас слышно? Нет, я по СПУ с тобой разговариваю. Не, а он сказал сразу после нашего обмена. Ага, вот, видишь, он тебя по СПУ слышит в эфире, а меня, походу, нет. Так, стопы тогда, это, значит, настроечки. Оверлейчик. Видимо, у тебя две команды на эту кнопку я назначены. Понял. И эфир, и я СПУ. Понял, да. Ага. 388, проверка связи. Так, одну секундочку, хорошо, братцы, хорошо, видите, хорошо, как бывает. 388, понял. Settings. Нет, Control. Радио 1, кнопочку. Эту кнопочку чистить. И вот эту нажать. Радио 3 очистить. Облака какие-то бесструктурные, вот просто нажать. Бесформенная пелена. Угу. Я назначаю, значит, на кнопку радио 3, после этого у меня почему-то срабатывает за радио текущее. Так, здесь норм. Здесь должно быть норм. 387 выруливаю. 387, удалите. Так, я понял. Попробуем сейчас вот этот вариант. Нет. Просто джойстики, да, здесь несколько у меня модификаторов, так скажем. Все норм, сейчас должен. Сейчас молитва пройдет, и мы, соответственно. Спамер, здорово. Серег, сейчас говорю тебе только. Виталь, не слышишь, Виталь? Я слышу, а он, походу, не слышит. Все, значит, хорошо. Все, да, настроился. Понял. 391-й его рулю. Так, все, норм. Эльза, здорово, Сань. Привет. 91, я смотрю, у тебя сегодня... Я читал раздел в РЛЭ «Полеты в СМУР». Ну, они не совсем нам подходят, да? Потому что там именно взлет, выход потом на маяк, от маяка на... ну там дальше и так далее. А у нас именно в зону, правильно же? Значит, смотри, это обычная зона под шторкой. Да, то есть мы с тобой взлетаем. Так, нормально, да, ты меня слышишь? Не прерывается, ничего? Нет, значит, хорошо, отлично. Значит, смотри, мы с тобой взлетаем, оторвались на высоте там 20 с лишним метров, да, я тебе там закрываю, ну, в районе 100 метров, давай вот так. Закрываю шторку, будем имитировать, что мы зашли с тобой в облака. И дальше ты летишь, как будто бы в облачности, но по всем нашим правилам и канонам. Какую зону тебе дадут, туда ты и уходишь. Ну и, соответственно, шуршишь на высоте облачности, нам дадут 1004, потому что облачность сегодня 3000, да? На высоте...
На высоте облачности, соответственно, я тебе открою шторку, и ты будешь продолжать свое задание уже в облаках, да, то есть крутить виражи, разворот на указанный курс, я тебе там подскажу какой-нибудь курс, да, ты на него развернешься. Пару разворотов, две пары виражей, ну и, соответственно, спуски, подъемы. Ну, после этого, опять же, возвращаемся домой, выйдем из облачности, я закрываю шторку, и ты возвращаешься уже, получается, под шторкой, опять же, имитируем то, что мы в облаках. Да, понял. Попробуем твои новшества. А, ты про Twitch? Ну, на самом деле, блин, я вот раньше вообще получается, не уважал... сначала развороты, а потом виражи. То есть развороты это просто выход на курс, а виражи, ну, это виражи. Да, я скажу, градусов, я да? тебе скажу, развернись я на... Я распечатал специально. Да, я тебе скажу, развернись на курс 300. Ты должен определить, в какую сторону ближе развернуть. Ну, давай так, расскажу. Вправо на курс 300, да? Ты разворачиваешься вправо на курс 300, и там влево на 270. Разворачиваешься влево на 270. Или типа того. Ну, как бы вот так, чтобы ты именно в заданное направление ты поставил свой самолет, так скажем. Понял. А, что мы начали, да, Сань, про новшество, что Twitch, в принципе, меня очень даже и радовать стало. Во-первых, качество, во-вторых, если необходимость есть посмотреть какие-то записи, это оказывается сделать очень просто. Даже сейчас, когда вы смотрите запись, да, стрима, вы можете перейти вверху во вкладку видеозаписи, провалиться в самое первое видео, это как раз будет наше сегодняшнее, отмотать хоть на начало и, ну, типа, смотреть хоть сначала все заново, да, то есть это позволяет не только на Ютубе, но и здесь, при этом задержки никакой нету в чатике, вижу вас быстро, и, ну и качество, соответственно, лучше при троекратном уменьшении битрейда. Ну, и за единственное, что Viper, да, сейчас будет там. 387. Единственное, что Viper будет там ругаться, да, то, что мы стримим в 1080, а не в 2К. Чё тебя смущает? Ничего? Нормально все? Да нормально, 3800, я сначала так, 3800, потом сообразил, что просто это почти 4. Ну ты займи 3800, поднимешься потом до 4 и будем с 4 все крутить. Ну, понятно, да. Просто, наверное, верхняя граница там как раз на 4, поэтому, да, а что, 3800, оно так даже интереснее в этом, чтобы высоту... Так, проверяем пока все системы, чтобы все у нас было ровно. Можно даже включить себе свет. Потому что в облачность... Ну, хотя здесь, конечно, в облаках темно не бывает. Здесь обычно все светло, но тем не менее. Выдернул. 391 на взлетную зону. 391 на взлетную. Вторая зона 2,5. 391 понял. Вторая зона 2,5. Еще под шторкой давно не летал. Сейчас сориентироваться должен. Ну да, это всегда так бывает. Но сейчас подраскачаешься. Скорость, смотри. Здесь же первый мы делаем 30, да, чтобы быстрее на маяк довернуть и быстрее. Да, при уходе,
При уходе в зону ты кренчик 30 закладываешь. В принципе, я сейчас озвучу там, да, небольшую ошибку, в чем была у нас. Видишь, мы сейчас не пролазим по, так скажем, по расчетному углу, да, то есть мы подходим с азимутом. Да. Почему это произошло? Потому что ты слишком резко дерганул в набор, то есть у тебя получилось, что ты на... Когда ты подошел к первому, да, на 300, у тебя скорость была тоже 300. То есть надо было немножечко приотпустить ручку, мы бы тогда дальше улетели вперед, правильно? То есть дольше бы набирали эти 300 метров. Ну и, соответственно, на разворот у тебя было бы немного больше времени. Вот, а сейчас получается... Понял. Так, по скорости смотри тоже. Ну из-за скорости разворот такой широкий. Ну да, и скорость здесь, соответственно, тоже не выдержана была. 391 на 1. Все, стрелка перестала шевелиться. Уходи на 160. То есть видишь, что мы сейчас над маяком, да, стрелка начала уже отклоняться на 180. Все, значит, смеленько туда. Только очень старайся как бы не дергать, не выдергивать самолет. Почему? Потому что, ну, резких движений быть вообще не должно. То есть прям плавненько. Да, то есть сейчас ты перекладку делал, прям нос туда-сюда дергается. Я поэтому тебе и обозначаю. Я представляю, в настоящем самолете инструктор там бы рассказал все, что думает. Ну да, но ты-то испытал, наверное, эти отрицательные перегрузки. Испытал, да. Это крайне неприятное ощущение. Ну чуть правее туда забери, чтобы стрелочка нам вернулась. Азимутальная на заданный азимут. 160 же у нас заданный, правильно? А, ну да. Ну вот это много уже, вот так держи. Все, сейчас она как начнет подходить. Ты в этот момент можешь вот сейчас параллельно с маленьким кренчиком возвращаться на 160. Так, вот так, да. Да. И прям вы одновременно сойдетесь и будете четко идти на азимуте. Скорость. Что-то я на 103, вот это и тоже ошибка, надо было 100 поставить. Да нет, почему, ты просто уголком регулируй скорость, и все, не надо там мне это, хоть максимал. Я на максимале частенько набираю, просто это происходит гораздо быстрее, и все. То есть ты уголок повыше вот сейчас задирай, нос задирай, видишь, у тебя нос опять вниз пошел. Вот, не надо вот так резко дергать, о чем мы с тобой говорили уже. Плавненько, двумя двойными такими качками, движениями двойными. Ага, у нас получается вправо сдувает, да? Ну, нет, нас сдувает чуть-чуть. Ну да, вправее, но это могли мы еще там провафлить направление. Не, я уже четко выходил на азимут. Понял тебя. Сейчас вот я буду 160 идти, и может будет держаться, а может не будет. Так, высота, обороты, скорость.
Давай, разворот вправо на 270. Понял. Кренчик 30. Двойными, очень медленными движениями. Резко вообще не делай, иначе можно просто потеряться и мне, и тебе. Хотя здесь в облака высоко, но тем не менее, если потом в СМУ будет как бы проблематично. Да, особо не полюбуешься, да? Так, влево на 60. Да, здесь свет, в принципе, не нужен. ДКС, облака. Свет нисколько не сдерживают, не стесняются в этом. Так, Серег, давай не на 60, на 30, чтобы нам вернуться к центру зоны. Понял. Сейчас мы немножечко подлетим к центру зоны, пока держи горизонт. Ну все, давай влево 30 и пошли парами. Влево-право, влево-право. На 30 будем выводить. Виражи, да? Да-да-да, с креном 30 начинаем. Влево-вправо. Понял. Ну, да, я как бы уже до этого рассказывал, кто был, наверное, в курсе, знает, что Сергей у нас пилотажник, поэтому помимо этого летает периодически, так скажем, еще и на Як-52 в жизни по-настоящему. У себя там дома, поэтому, в принципе, для него это упражнение проблематичным быть не должно. Самым, наверное, таким ответственным и проблемным моментом может быть именно выход на посадочную прямую, на посадку, заход. Выдерживание посадочного курса в условиях ветра. Ветер у нас сегодня не больше, не меньше у земли, по-моему, метров 7. Да, 7 метров в секунду. Инструктор, наверное, на две крайности. Когда все идеально, то скучно, да? Либо, значит, наоборот, перегрузки и все такое. Вот, поэтому
Думаю, здесь сейчас с этим упражнением проблем особых быть не должно. Но единственное, что да, мы замечание уже подсказали по поводу выхода к первому развороту, по поводу сильно резких движений в начале нашего полета. А так, в принципе, все сносно, все классно. Вопросов никаких пока нет. Скорость 400, вертикалка 0, крен 30, все параметры выдерживаются нормально. Срочно ему отключить, скучно ему, да-да-да-да-да. Можно и так. Здесь у нас есть чудо-тумблеры. Но не надо. Ладно, не будем так баловать. Все-таки мы сейчас в облаках, это вывозной. На первый раз. Пускай будет и скучно. Я себе тут сначала зачитерил, приблизил панель, а сейчас отдалил на нормальный угол зрения. Стало видно движение облаков. Вот так буду продолжать. И сразу перекладываемся направо, да? Да. Как восьмерочками, тихонечко, свободно. За параметрами зоны следим, но мы сейчас в зоне, все норм. Где-то около центра. Потом сразу же перекладываешься на 45. Так вот, я, кстати, вот я же о чем и говорил, что в 38-м 45 нету. Ну, мы как вот бы будем... Да, есть, да, 40, 41-е, по-моему, нет. 40 какое-то, по-моему, упражнение. Ой, вру. Подожди, 36-й, если я не ошибаюсь. Упражнение с большими углами. Вот там 45-60. Здесь должны быть, по идее, 20 и 30. Но 20 мы с тобой здесь реально заснем, пока будем крутить. Поэтому ну, да, сделаем, да, да, такое небольшое допущение. Понял, крутнем 45. Оно и интересней. А ты же без шлема, да, летаешь, как и я? Да. Не планируешь приобретать? Ну, я уже пробовал, приобретал, летал, классно, здорово, понравилось, но компьютер в то время не вывозил то, что бы мне хотелось. А сейчас пока думаю. С одной стороны, классно, с другой стороны, отталкивает то, что разрешение не очень. Да, и, соответственно, постримить я уже не постримлю, если буду а, в шлеме. Ну, да, вот да, то есть здесь... Основная, да. Ну вот я насчет резкости тоже очень в больших сомнениях, но решил взять попробовать, что гадать, надо самому попробовать, тогда уже решать, если что, не да, в принципе, продам обратно. Да, в принципе, вот эти ребята вроде как делают, каким-то образом там себе под... Так, сейчас, одну секунду, я кое-что сделаю. Не нравится мне этот сайтековская утилита по настройке. Настройки кнопки. Так. Тогда и здесь надо сделать. Угу. Кнопка СПУ на root. Не назначим. Будет выскакивать, конечно, этот. Менюшка, ну ничего страшного. Так вот, да, ребята как бы там замутили, что можно приближать. И в принципе, когда приближаешь, то в принципе приборы все можно рассмотреть. Давай сразу пошел на 45. На 45. Да. Вот, и можно все приборы рассмотреть. В принципе, это, ну, нормально становится. Более-менее сносно. Но это, конечно... Иногда, может быть, даже и пренебречь вот этой расплывчатостью приборов, на которые можно взглянуть быстрым взглядом, там, каким-нибудь поближе, чтобы понять опытный, свои параметры. Да. Но, да, но вот и ощущения, конечно, будут, это огонь. Ну, вот я теперь 3 недели в ожиданиях буду. Антоха, молодец, помог мне приобрести. Ты какие взял? Samsung Odyssey. Разрешением заманило оно меня. А у них большое, да? Ну, Oculus. Подскажешь, да, что на, да.
На тот день было лучше. Сейчас, правда, вот уже анонсировали два шлема с еще лучшим, но это и цены другие, и когда они выйдут, еще непонятно. Ну и характеристики ПК будут соответствующие, наверное. Точно, точно. Еще надо видяху за $1000 будет покупать под это дело. Поэтому пока мне, я думаю, должно хватить. И сразу туда перекладываем. Понял. Здесь в этом симе турбулентность не реализована, да, никак? Или есть? Здесь, в ДКС? Да. Реализовано, просто мы большую не ставим. Вон, у меня где-то был тогда видосик, турбулентность, сколько-то, 6 метров, там вообще летит самолет, хер пойми как, скорость прыгает плюс-минус 100-150 км в час. Ну, типа от порывов таких ветров. Посмотрю обязательно. Не знаю, надо ставить, а чё ж мы так прям всё. Не, она есть, сейчас я тебе гляну. Сейчас я тебе гляну, какие. А, нет, он не поставил, хотя должен был бы. Но я обычно там ставил 0,7, 0,6, ну, когда сами летали. Или, ну да, по-моему, так, 0,7. Когда я еще сервера запускал. Так, давай сейчас спуск. Становись, наверное, куда? Наверное, на маяк, чтобы нам успеть по зоне. Понял. Можешь так, давай тоже 30 спускайся. Скорость снижения 300, 10. Соответственно, скорость 400 км в час. Теряем до 3, спускаемся, 800 метров теряем, потому что дальше облачность закончится. Даже когда турбулентности нет, она есть. Ну да, возможно. Но я пытаюсь скорость погасить. Наверное, тормозами надо, да? Потому что иначе у нас зоны не хватит. Не-не, ты держи 400. Зачем ты гасишь? Мы жгаем 10. 400? Да, понял, да, 10 метров в секунду. Хорошо. Ты, главное, видишь, у тебя уже 12 залезло. Главное, устакань нам здесь. Даже уже не 12, уже. Ты куда полез? На спуск. Смотри, у тебя скорость. Ой-ой-ой-ой. Так, а 10 у нас 400 не будет держаться на 10. Будет, нормально будет. Понял, виноват, исправлюсь. Так, сейчас 12, да, точно. Вот она 10. А я на саму цифру целился. Ну да, не очень удачно здесь написано, но... Так, ну надо уже выводить. Успеваем, сразу, выводим, да, и давай спиралькой 30, набираем 1000 метров, плюс 1000. Ага, и на нижнюю границу как раз выпали. Да, сейчас плюс 1000 набирай, скорость 400, можешь ждать максимал, ну, соответственно, со скоростью набора крен 30, набираем 1000 метров. Понял. Разверну от маяка на азимут до центра зоны, правильно? А там потом дальше. Ты прям спиралькой набирай, потом здесь же спиралькой спустимся на этом краю. А наберем в сторону от края зоны, туда, к центру. Получается, мы отработаем спуск-набор по прямой, спуск-набор в спирали. И все, и пойдем домой. Есть.
Ну, ты сейчас как раз в ту сторону. Ну, хотя мы здесь же чуть-чуть пролетишь подальше, чтобы там РП не переживал, что мы на краю слишком близко. Ну, здесь можешь убирать кренчик, уже добирать 100 метров по Ага. прямой. Чуть-чуть подальше, там на пару-тройку километров отлети. И по спирали спускаемся спиралью. Скорость 400, соответственно, крен 300. 30. Малый газ. 30, да, 30. Так, сейчас. И поехали в другую сторону, да, сейчас? Ну да, мы Ну, в можешь в... смысле? То мы влево снижались, сейчас вправо. Вообще мы снижались по прямой, ну делай вправо, неважно здесь в какую сторону. Ну и рассчитывай к концу снижения, ну если что в горизонте, развернешься тогда от маяка и пойдем по прямой набор плюс 1000 по прямой. Понял. Чуть подниму, чуть выше, чтобы в облаках Да, делать разворот. хорошо. Скорость поглядываем. Ага. Ну и все, ставь максимал, набираем 4, давай 100 плюс 1000 метров по прямой, вот в сторону центра зоны. Понял. Кренч, кренчик убирать, скорость 400, максимал. Так, мне даже стало интересно, какое упражнение, про которое я говорил на малых. О, под шторкой. И в облаках. И сразу 37, полет под снижение. шторкой, да, 36-37. А, дальше нет, мы же все сделали, снижение, набор, две спирали. А дальше выводишь горизонт и запрашиваешь, да, на домой, что он тебе даст, какую высоту. Доложишь на 4. Понял. Все? Разворот на Да, маяк да, да, делаю, да, да? да, 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 да. Рассчитывай на маяк, можешь в этот момент уже докладывать. 36, да, Лапер, ты-то знаешь точно. Понял, а я раньше всегда докладывал на ближнем краю зоны, думал, как надо. Нет, а Как почему? говорится, Ты наблюдатель непонятно. запрашиваешь выход, а, и как, может, он тебе скажет, там, оставайтесь в зоне. Мало ли, какие у него там дела. А, ну Кстати, да. я что-то никого вообще там не слышу.
Ага, странно, слушай, ни одного звука не было. Сейчас на маяк дорулю и провожу. Клуб открыт, я тебя понял. Сверяешь наши действия? Не, ну я говорю, 45 не должно было быть, но 20 это чересчур, скучно. Хотя... 12-80 как раз там 20-25 градусов должно быть. Крен, может быть, и был бы смысл именно это отработать. Да. Четвертую. 89 на маяк V800. Это 88 на маяк 1200. 388 понял, 1200. 387 седьмой на маяк 4000, это 600. Ну и все, опять не надо его так пикировать, а то мы сейчас разгонимся. Да, что-то я отвлекся. Да. Ну и, соответственно, смотри, надо не забывать, что у нас при подходе к радиусу круга порядка 15 километров, мы начинаем уже снижать скорость 350, ну и, соответственно, работать уже со скоростями круга, так скажем. Понял, ну да, чтобы развороты потом... Развороты, никого не потом... никого не догнать и так далее. То есть мы уже работаем именно с этими скоростями. Ну а радиус, соответственно, от точки понимаем, да, что это как раз ППД наш. Ну, рассчитывать в смысле радиус, да, по дистанции. Нет, смотри, мы сейчас, ну, радиус круга вокруг аэродрома, я имею в виду, он порядка 15 километров. Считается, что в этом радиусе мы все ходим со скоростью 350 километров в час. Понял. Под шторкой даже сразу как-то уютней стало, привычное ощущение. Ну да. Что значит не летал в облаках? Мне так вообще кайфово. Все видно. Единственное, да, вот здесь у меня нет дырочки теперь. Она закрыта шторкой. Так, все, мы из зоны вышли. Ай, скорость. Нормально тогда, мне кажется, блин. 387, Вец как некомфортно. 387, такое ощущение, что она прям по лицу тебе проехалась.
Зачем он нас так обижает, ты не пойму. Чему? Уже 900 дал, мы сейчас уже к маяку. А, мы уже практически пролетели маяк. Потом там на прямой, наверное, даст спуск. Ко второму, когда пойдем. Так, сейчас пока есть возможность, я чуть-чуть здесь тоже поднастроюсь. Так, у нас как раз уже, да, пора? Да-да, все верно. Что-то как-то мы слишком справа, да, оказались. Подрифтуемся слегка. Так, я просто сейчас пытаюсь настроить вибронакидку. Примерно первый, да, у нас дистанция от маяка 4 километра. Правильно я рассчитываю или нет? Да, норм. На, первым, ну да. Ну да, что-то я это... Вот он, я его вижу. 91-й идет, наверное, со второй зоны сюда. И он ниже, а мы идем впереди. Зачем? Ну ладно. РП все ясно. Оска, здорово. Чё-то ты сегодня припозднился, я уже запереживал, как экзамены твои. Вот он, контакт. На фоне тумана вообще хорошо видно. Бернер Скай бы такие сделали. 391 на первом 1200. 391 по команде. 391, понял. ВЛК пройти? Врача налетная. А так чё? Почему Э? Экспертная комиссия. Так, направление внимательно. Да, я понял, что я ж помню, что ты говорил, что хочешь. Хотел сделать небольшую поправочку, а засмотрелся.
Ну и, соответственно, смотри, мы сейчас подходим к траверзу именно маяка, да, где можно проконтролировать первый раз свою ширину круга. У нас сейчас 6. Да. Если мы по такой пограничке немножко идем, поэтому здесь повнимательнее. Вот ты заметил, что сейчас 6, сейчас долетим до траверза маяка, кстати. Да, и он мне скажет, и я смогу понять, куда я... Да, куда тебя смещает, так скажем. Да, ага. Да, я уже тоже проверил. Спасибо им. Твичевцам, надеюсь, кому-то из вас будет помогать. Теперь можно будет мои стримы. О, как слишком влево задал. Не, ну не ты задал, это мог быть ветер просто. Он где-то, видать, справа нам дует. Не, ветер у нас слева. 240. На посадке ветер слева. А, на высоте может быть другой, да? Даже не дело на высоте, сейчас я, кстати, гляну, какой ветер. Просто на посадке, ты сейчас идешь-то с обратной посадочной. 391, первый, понял. Ладно, чтобы не запутаться, иду по курсу прямо и... Ты можешь вправо чуть-чуть забрать, раз нас сместило туда. Нам все равно сейчас надо набрать... Еще плюс там полкилометрика хотя бы. Ширины, да? Вот так, да. Пятерочку поставь. 10 много будет. Пятерочки. Много. Пятерочки будет достаточно. Дальше сориентируемся. Ну, мы, в принципе, выполнили практически все условия для того, чтобы нам позволили выбирать качество. Осталось 17 зрителей найти и, соответственно, зрителей, подписчиков. Вот. И, соответственно, по идее, должны обратить внимание, что мы забежали не просто на 1-2 стрима, а что мы здесь хотим задержаться, что ребята, зрители приходят, соответственно, можно дать... Можно дать и право выбирать разрешение, так скажем. Потому что на вот эти все разрешения, по идее, уходит определенное количество ресурсов самого Твича. Как вот я тоже смотрел, ребят объясняли. Вот. И для того, чтобы впустую это не тратить свои ресурсы, да, на какого-то человека, который забежал случайно постримить. Вот. Они, соответственно, вот такой челлендж выводят. Реально, ведь прямо точно считаю до градуса или на глазок берут и в случайной необходимости корректируются. Ну, не знаю, у тебя-то по-любому будут в гражданских, скорее всего, бортовые компьютеры и так далее. А Володя говорил, что да, в принципе, первый круг такой разведывательный получается, в процессе которого ты подбираешь все углы сноса. Вот. И, соответственно, потом уже летишь с подобранными углами сноса, так скажем. Так, это мы близко, да, получается, если дистанция правильная, а кур немножко не хватает, да? Узкий круг получился, так? Ты просто докладываешь, что мы на втором и начинаем разворот, просто доложишь. Дальше сориентируйся. Это понятно, мне для себя просто понять. Ну, да. Мне просто курс сейчас не показывает нихера, потому что он на тебя и работает. Да, легко все корректируется, безусловно. Вот, а здесь получается... Он Серега уже влупил систему посадки, ну да не страшно. А здесь, да, мне надо, ну, как я заметил, по крайней мере, в Реалик ДКС на реактивных и с большими боковыми ветрами я в жизни не летал. Там было все проще, там все было визуально, поэтому ты не паришься.
Здесь я заметил, что в процессе, когда вот ты оторвался, ты еще видишь землю, ты видишь полосу, подбираешь уголок сноса таким образом, чтобы идти именно вдоль полосы, да, то есть не влевее, не правее, а именно по направлению полосы. И в этот момент засекаешь угол сноса. Приблизительно он и будет на протяжении там плюс-минус, особенно при движении, особенно при движении к полосе, так скажем. Вот он. Вот он, наверное, есть. 391, понял. Так, давайте я попробую посмотреть по углу все-таки АРК. 391, выполняю второй. Ого, что-то близко как-то. А, ну или он по дистанции в другом месте, да? Ну вот сейчас у нас где-то на траверзе, но он сейчас может нас, конечно, поддогнать. Это погорячились они. Чуть-чуть бы попозже. Ну, километра 3-4 будет, ну, как уж будет. Удачно, да. Ну, это Серега, он в РССах летает. Кто не знает, это одна из, по моему мнению, лучших пилотажных групп нашего языкового, так скажем, сегмента, да, ну то есть РСС и 13, ой, русскоговорящий сквад, короче, да, как-то он так вот расшифровывается, русскоязычный, вот. И он, у него опыт-то достаточно в полетах именно таких вот виртуальных, видите, четко вышел по курсу, четко идет по глиссаде, директор выдерживает как положено, даже у меня так четко не получалось. Ну даже у меня, да, сказал так сказал. У меня так четко не получалось. Меня постоянно куда-то заводило, выводило, то есть туда-сюда я прыгал, вилял. Да, главное не резко, все отлично. Ну и можешь готовить уже. Да, я как раз вот сбрасываю. Интересно, когда идешь просто устоявшимся, вроде все контролируешь, только какое-то одно дополняется действие, вот выпуск шасси, закрылка, и все, сразу посыпались все параметры. Да. В принципе, можно вот сейчас уже докладывать, как раз до 18 докатимся, пока произнесем. 387 на посадочном шасси механизацию выпустил 900. 387 это линия 17-го уровня уже. 387, понял. Да, впереди до полосы тоже не видать ни финта. Ой, не Не туда, туда, да, не не туда. туда. Ага. Сори, сори. У тебя директора, старайся директорами с учетом уже планочек. То есть сильно тоже не Да. закладывай, и все нормально будет. Никак не могу. Это Надо будет мне, кстати, по планкам полетать, слишком. что-то я, мне кажется, в этом плане немножечко проседаю. Ну вот, подходят.
Ух, Да, уже видишь, у рука нас... болит. видишь, у нас тоже бьется и по дальности 12600. Все нормалды. Вот я полосу уже вижу. Впереди вот она. Переехал вправо. Откроем где-нибудь, наверное, в районе ближнего. Идет хорошо. Доворачивать особо ему не придется. Прям четенько идет, молодец. По-любому на миссии Вайпера тренировался. Лево. Блин. Может, головой вертеть любопыт. Да. Так, ну сейчас будет дальний. Пойдут закрылочки. Молодец. Держать. Держать. 387 не колдыбай, не колдыбай, не колдыбай. Все нормально, ты шел. Открываю. Подправляйся. Фух. После выпуска, да, ты чуть-чуть тебя подразболтало, я тебя, видать, перехвалил. Мысленно, так Точно. скажем. Потому что, в принципе, Блин, надо было. глиссаду, да, четко держал. Просто надо быть готовым, да, что тебе могут подляночку такую устроить, и после выпуска в посадку тоже могут продолжить. А так все прям на всем этапе было вообще классно. Надо было тебе мне в наказание на второй круг отправить, чтобы я расслаблялся в другой раз. Косяк с маяком покажу. А что за косяк с маяком, Вайпер? По это просветить, что-то я даже не обращал внимания. 391 дальний, посадки готовы. 391, посадка, видите, справа. Вот тут все плотненько ходим. 391, понял. Ну, притер, красава. Ну, это и пилотаж, ничего с него взять. Так, а что говоришь с маяком у нас? Не торможу на всякий случай. Ой, я это подзабыл. У нас первая стоянка была, да? 19-й нестандартный номер. Не зафиксировал в памяти. Ну, ставь на первую там, выскочим. Потом в записи посмотришь, я понял. Пробую глянуть тогда. Что-то я вообще не обращал внимания, что с маяком не так. И ребят никто ничего не говорил. Или по дальности. А не стоит там борт на вторую, значит, поставлю рядышком. 4 на ближний. 1. Да, точно стоял справа, все, вспомнил. Не там сигнали, что ли?
Поотвалилась у меня СРС-очка. Тонкая стрелка над ближней при включенной. А, это я понял. Да, мы же эту тему мы поднимали. С маяком имелось в виду, что именно с маяком. О, какие люди. Какие люди к нам забежали. Привет, привет, Береза. Здорово, здорово. У меня с интернетом какая-то беда. Что-то Дискорд отвалился нафиг. Но мы вроде бы еще в эфире. Так я и на сервере здесь, а Дискорд... Блин, какая-то фигня происходит, короче. Какая-то фигня. Давайте мы сделаем вот так с вами, еще доболтаем, потому что сейчас пойдем на разбор полетов. Так, я покину. Не знаю, в эфире ли мы. Давайте сейчас мы с вами... Да, вроде бы как я в эфире еще. Так, с маяком я думал, что с этим, с дальним, с приводом, да, я не так прочел или не так сообразил. Значит, что у нас сегодня прошло? Прошло у нас сегодня 38-е упражнение, полетали мы за инструктора. Курсант справился, в принципе, на оценку практически отлично, чуть-чуть меньше надо дергать ручкой, да, поаккуратнее с ней работать, не таких резких движений. И на посадке мне вообще очень понравилось. Единственное, что да, он сам знает, что растерялся после дальнего, после выпуска. В посадку закрылков его немножечко подраскачало, поэтому, конечно, надо будет над этим моментом немножечко поработать, посмотреть. А так, в принципе, все норм, все в целом отлично, мне все понравилось. Надеюсь, что вам тоже. В стримчик я, наверное, выложу на YouTube запись этого стрима. Поэтому, ребят, кто смотрит в YouTube, кто не знает, что прямые эфиры проходят у нас на Твиче, пожалуйста, переходите по ссылочке, буду рад вашей подписочке. Чем нас больше, тем больше плюшек для зрителей смогут нам предоставить больше бонусов, да. Напомню, что многие считают, что там стримеры много зарабатывают, но на самом деле это не так. На самом деле все заработки только благодаря вам. Все, давайте, я тогда отбегаю. Всем спасибо, всем отлично провести недельку. Буду рад вашим следующим присутствию на моих стримах. Всем покедово, всем пока.